За октябрь месяц в городе заболело острыми вирусными респираторными заболеваниями 12 781 человек, в том числе детей до 14 лет 7 500. Случаев гриппа не зарегистрировано. Главный санитарный врач Донецка убежден, гриппа в угольной столице нет. Ни калифорнийского, ни обычного. У всех заболевших либо ОРЗ, либо обычная простуда. А количество заразившихся в 2,5 раза ниже эпидпорога. Тем не менее, Донецк, по словам медика, на пороге эпидемии. И лучше к ней подготовиться. Вот это самое эффективное средство защиты от калифорнийского гриппа на сегодняшний день. Купить маску в аптеках Донецка практически невозможно. Но местные власти пообещали, в течение нескольких дней в городе будет изготовлено 2 миллиона марлевых повязок. Прежде всего, ими обеспечат водителей и кондукторов общественного транспорта, работников медицинских учреждений, больших супермаркетов и крупных предприятий. Тех руководителей, чьи сотрудники через 3 дня будут на рабочих местах без масок, чиновники обещают за безалаберность наказывать и приостанавливать работу предприятий. По городу уже отменены все массовые мероприятия. Детские сады, школы и вузы на 3 недели закрыты на карантин. С сегодняшнего дня общественный транспорт в городе будет дополнительно обрабатываться дезинфекционными растворами. Будет улучшена влажная уборка. В том числе и обязательно перед выходом на маршрут. Аналогичная команда дана и выполняется по железной дороге, по воздушному транспорту. Просят медики и чиновники и людей самостоятельно беречь свое здоровье. Если не удается купить маску, попытаться ее шить. Поменьше бывать там, где много людей, и стараться не прикасаться грязными руками к лицу. Вирус гриппа попадает в организм через слизистые рта, носа и глаз. Также врачи советуют почаще мыть или обрабатывать руки специальными растворами. Практически все, к чему вы касаетесь руками, является фактором переноса этого вируса. Поэтому вторым принципом, которым основным является для защиты каждого человека, это защита рук. Для защиты рук самым эффективным являются любые спиртосодержащие антисептики. Если вы их пользуете для индивидуальной защиты, а делается вот это очень просто. Распыляешь на руки разными путями, и пока он высыхает, а спиртосодержащий, он содержит порядка 70-70% спирта, это и есть возможность дезинфекции. Более эффективных мер по защите от страшного вируса медики пока предложить не могут. Советую делать прививки от обычного гриппа, хотя 100% гарантии того, что это поможет не заразиться, никто не дает. Екатерина Минаева, Роман Фролов, Панорама.